Меня зовут Александра, мне 23 года, и по образованию я фармацевтический биотехнолог. Но также я всю жизнь занималась рисованием, рисовала для себя и работала 2D-художником в инди-играх. Сначала я пыталась учиться сама, думала, что, в принципе, самообучение сейчас очень доступно, много уроков в Ютубе, и решила, что просто нужно немножко самоорганизации и все. Но прокрастинатор и самоорганизация — это немножко несовместимые вещи, поэтому для таких людей, как я думаю, лучше все-таки выбрать курсы, что я и сделала. Я решила пойти на годовой курс в 3D Maya, и, наверное, это было одним из самых больших, важных решений в моей жизни. У тебя появляется комьюнити, которая сопровождает тебя все время обучения. То есть все вопросы, которые у тебя возникают, на них всегда находится ответ. Тебе всегда помогут либо студенты, либо преподаватели и техподдержка. На любые организационные вопросы ответит куратор. И без вот этой постоянной помощи, без этого потока, я думаю, обучение бы шло гораздо сложнее, было бы гораздо дольше это все. Здорово, что все лекции поддерживают, сам формат обучения, все лекции поддерживаются домашними заданиями, то есть все то, что тебе преподаватель рассказывает, во-первых, он рассказывает это очень интересно, живо, и вся эта сложная информация, которая подается, она подается очень легко, и тебе кажется, что, по сути, ты делаешь что-то веселое. Казалось, что это будет так долго, целый год, это огромный год, тяжелый, но это пролетело просто вот так. И кажется, когда все только закончилось, я сначала села так, думаю, боже мой, еще только я начала же, я еще ничего не знаю, а потом думаю, стоп, как не знаю, я еще год назад понятия не имела, в принципе, ни об одной программе, которую мы выучили. Я не могла сделать ничего, а сейчас уже, когда год закончился и прошла дипломная работа, у меня есть 5 новых работ в портфолио. Вот. Я понимаю, что последние 2 месяца, когда был диплом, это было тяжелое время. Я работала по 13, по 14 часов, и это было напряжение очень сильное. Возможно, я себе поставила высокую планку, вот. Но, по сути, когда все это проходит, и ты оборачиваешься, ты понимаешь, что у тебя большой багаж знаний, тебе все помогли, и у тебя открытые перспективы для себя, которые... Сейчас, я тут затупила немножко. Простите, тут получится как-то смонтировать. Самое сложное было это втянуться в это дело. А теперь, когда процесс 3D-моделирования приносит удовольствие, то все последующее кажется очень ненапряжным. Тебе только интересно все это делать, тебе интересно учиться дальше. И я думаю, в этом огромная заслуга как самих курсов, так и преподавателей этих курсов, и студентов, которые тебя подбадривали все время, и своими и ошибками, и успехами вдохновляли тебя. Не стоит сомневаться, это действительно нужная вещь. А те, кто думает, что вот сейчас я поступил, и у меня теперь так много времени, не надо терять это время. У вас его будет катастрофически мало, когда вы поймете, как много всего вам нужно выучить. Просто наслаждайтесь каждым моментом этих курсов. Наслаждайтесь каждым моментом того времени, когда вы можете выучить что-то новое, и вам дают эту возможность, вам разжевывают эту информацию. И я думаю, это очень хороший шанс войти в ту сферу, в которой вы бы действительно хотели быть.